Какой туман? 8:30 утра и какой туман? Ничего почти не видно. Красивый инструмент. Только что Ралина сняла синюю. Доброе утро. Это Ралина. Это наша девочка. Красавица. Итак, я опять у Ралины. Пришла зубки свои чистить уже сегодня. С той стороны. Чечеточку. Капелюшечку, капелюшечку. Сегодня меня профессора уже смотреть не будут. И вот мне зубки почистили, и вот это дали с собой, это прям как подарунок. Это сейчас я пойду чистить зубы в туалет. Пасточка, а вот это флосс, ага. Сейчас попробую. И вот какой-то лошен, хэнд. Это вот именно вот эта фирмочка, которая производит оборудование, да, для зубной. Сейчас я попробую, скажу, хорошая ли это, нет. Так, чтобы прийти сюда, в эту клинику, вот, с января 15 по 24 апреля, вот оно расписание. Разбирайтесь сами. Итак, X-ray $20 и клининг $20. Тут все написано. То есть они работают до часа дня. Я всем советую, кто хочет сюда приехать и почистить зубки за $20. Кстати, чистят лучше, чем в этих во всех клиниках, которых я когда-либо чистила. Я провела здесь 3 часа сегодня. И вот 3 часа мне чистили зубки с такой тщательностью. 2 профессора проверяли потом. Находили какие-то там маленькие ошибочки и дочищали. Итак, welcome. Вот я приехала сюда в 9, даже без 10. И вот без 15-12 я уже 3 часа здесь провела. Но оно того стоит. Все, клиника уже закрыта практически, там уже дорабатывают. Итак, как я уже сказала, тут работают студенты. Это я выступаю у этих студентов как подопытный кролик, как подопытная мышка. Вот, вот название клиники, вот название этого билдинга, AHS, Allen, уж как это значит, Allied? Health, короче говоря, синсис. Надо перевести, что это такое. Как мне сказала Ралина, сюда можно позвонить по телефону. А еще лучше сюда просто подъехать. Я адрес оставлю под видео. Это Киркман Роуд, Валенсия Колледж. Понятное дело, что Орландо, Флорида. Все, забираю свою машинку, поехали дальше. По студенческой стоянке, вот это вот стоянки, парковки только для инвалидов. Вот эти вот синенькими, это по всей Америке, вот если синенькими полосочками обведено, это парковка для инвалидов. И если кто-то нарушит, припаркуется здесь без разрешения, вот $250 fine. Fine — это штраф. И вот ссылка на Florida State Law. Опять озерцо красивое, маленькое. Итак, я решила сегодня поехать и сдать кровь. Вернее, прямо не поехать. Ну да, поехать. Тут можно было пройтись, собственно. Вот по этой парковочке сейчас проедусь. И я сказала Ралине, что я хотела сдать кровь. Тут у них автобус красный стоял. Она говорит, а можно пойти просто в первом корпусе сдать. Вот сейчас я поеду, найду первый корпус и сдам кровь. Я так давно к этому готовилась. Собственно, не готовилась, я всегда была готова. Но как-то то одно, то другое, то третье. Но сейчас уже полностью готова. Так, вот это здание, в котором находится эта клиника стоматологическая, где производят только чистку. Здание называется AHS. Так. Уже мне сюда не надо. Деревья все подрезаны, красивые стоят. Скоро расцветут. Будут такие длинные перья, ветки. Вон уже цветет. Цветочки фиолетовые. Боже, какая красота. Сегодня у нас 2 марта. 2015 год. Парковки, громадные парковки здесь, конечно. Потому что без машины тут никак. Итак, где у нас первый корпус, чтобы сдать нашу кровушку?
Сейчас я пристегнусь, потому что я выезжаю. Сейчас я выезжаю на трассу, мне надо пристегнуться. Итак, поехали. Включаем поворотник. Включаем поворотник. Итак, вот это. Kirkman Road SR-435. Итак, билдинг 5.11. Билдинг 1. Ага, прямо сюда, что ли? Билдинг 1. И куда? И где? Она сказала, где-то между вот этими зданиями первый билдинг находится. Хочется ж в кровушку свою сдать. Итак. Итак. Наверное. Это все студентские машины. Все студенты. Девочки, идите. Идите, мои хорошие. Идите. Надо стоять, пока дорогу пересекут совсем. Вот они пересекли дорожку. В этом здании я была. Нет, не была. Я в другом здании была. И где он первый билдинг? Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Надо где-то припарковаться. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Обнаружил этот билдинг номер 1. Вот этот. Это здание, от которого я только что вышла. И вот здание SSB. То есть вот эти все билдинги, они вот буквами пронумерованы. С тем, чтобы проще было студентам, видно, ориентироваться. Вот написано 1. Сейчас я пойду посмотрю еще раз. Сниму. Вот это радио. Irrigation water. Не пить воду, которая поливается травка. Понятное дело. Кругом профессора красивые. Итак, building number 1. Вот он. Вот он. Я вышла отсюда. Вот здесь вот клиника. Я объехала вот так вот. И вот я припарковала здесь. Вот этот building number 1. Итак, где? А где сама... Карты здесь, к сожалению, нет, чтобы показать. Kirkman, вот он. А вот он, Kirkman Road. Вот он. Вот он, Kirkman. Если ехать с севера на юг, вот тут есть въезд, и тут вот есть въезд. Я въезжаю отсюда. Я ехала с Colonial Drive сюда, въехала. Вот так вот проехала. И вот сюда. И тут тоже есть выезд тоже на Kirkman. То есть два въезда с Kirkman. Вот South, это North. Ладно, пошли посмотрим. Итак, что у нас в этих билдингах? Пошли. Wi-Fi, пожалуйста, не курить. Пошли. Опа, это я нахожу опять сзади, с заднего входа. Как всегда. Thank you, ветеран. Спасибо вам, ветераны. А свобода не есть дешевая, бесплатная. Свобода никогда не была бесплатной. То есть за свободу надо бороться, это имеется в виду. Так, пошли. Картины какие-то, собачки. Итак, что у нас здесь? Что у нас здесь? Класс, канцел. Это, по-моему, артистическое что-то. Давай только посмотрим. Ладно. Арт. Что-то связано с артом. Office for Health Science. Silence for a bookstore. Ищешь? Книжный магазин. Так, водичку купить. Опять же, вон опять классы, ребята сидят, учатся. Вот такой холл большой. Так, пошли отсюда. Пошли во второй офис. Там наверху тоже что-то у них. Мне надо пойти в этот. Но если я сюда пойду, я могу. Да, правильно. Что мне обходить? Так. Букстор. Я здесь, а книжный магазин здесь. Где? Эй, где? Это все второе использование. Это только бумага, это только алюминиевые эти штучки, это бутылки пластиковые, а это просто мусор. Тут в Америке кругом и всюду говорят, be green, be
чтобы стать зеленым, надо на вторичную переработку все это отдавать. Где же магазин? Я так люблю книжные магазины. Особенно вот эти магазины, где... Особенно магазины, где есть юридическая литература. Вот сколько классов. Вот сколько классов. Вот классы. Так, а куда опять я иду? Не знаю. А где же букстор? Где же, где же, где же? Тоже мальчишки и девчонки, а также их родители. Так. Куда-то не туда пришла. Что-то какая-то стена обудранная. Трам-парам-пам-пам-пам-пам. Идем обратно. Так, пойду-ка я на второй этаж поднимусь. Че тебе не арт? Это второй этаж. А это мост, соединяющий здания. Один и второй. Пойду-ка все-таки букстор попробую найти. Тишина, покой, студенты занимаются. Так, может это у нас букстор? Нет, это класс компьютерный. Классы, везде ребята занимаются. Поверху, но я спустилась вниз и вот иду понизу. Вот эти все здания между собой соединены. Ой, опять озеро красивое. Божечки, какая красота. И вот там место, чтобы попить кофеечек. Ай, как красиво. Офигеть. Вот жизнь, жизнь студенческая. Пожалуйста, шизофрения, параноид, кататоник, дизорганизд, андифер, что-то, доктор Карл, психиатр. Вот, пожалуйста, приходите, кому нужно. Мне, слава богу, пока не надо. Итак, что я тут смотрю? Что я тут смотрю? Я смотрю, вот опять-таки, если вы сдадите свою кровь, вы получите бесплатный билет в кинотеатр. Ну, мне это не надо, я тут по кинотеатрам не хожу, кому-то отдам из ребят. Магазин. Студенты здесь продают объявление о том, что продают свои учебники, либо кто-то хочет купить. И вот roommate. Roommates wanted. Это кто желает, кто снимает какую-то комнату. И вот roommate – это однокомнатник, можно сказать. Вот, пожалуйста, ищут roommate. Building number 2. Smoke-free campus. Пошли, пошли в магазин. Можно арендовать учебник. Арендовать учебник за $97. И там написано. Только не просто купить можно, а его можно еще арендовать. Вот за $27. Хорошая, конечно, система. Купить и арендовать. Магазин сразу напротив. Там больше с учебниками, а тут такой больше вот, не знаю. Вот, пожалуйста, для доктора. Мышать, не мышать. Мышите, не мышите. Ну, это тоже не надо. Тут тоже, кстати, пошли учебники. Overstock. А, то же самое, тоже учебники, наверное, другие. Ну все. А это я вхожу уже в кафетерию. Тут же магазины, тут же кафетерия, опять же. Вот водичка, опять же, можно набрать воды в бутылочку, чтобы не покупать. Ну, студенты, понятно, студенческая жизнь не у всех веселая, не у всех богата. Что у нас опять? Какие-то объявления. Это у нас лифт на второй этаж. Wanted foster care parents. Ищу родителей. Тут, оказывается, у нас тоже есть дома, где деток сдают без родителей. Так, health insurance coverage.
Не знаю, что это такое. Это Miss Haiti International Beautiful. Так, будем выбирать Miss Gaiti. Assist. Не знаю, это не для меня. Blood Drive again. Все. Пошли дальше. Кафетерия такая красивая на первом и на втором этаже. Вау, какая громадная. Вау, какая громадная кафетерия. Чистотень, красотень. А где же Blood Drive? Сейчас я пойду на улицу выйду. Орландо Викли. Орландо Викли надо почитать. Ой, какое озеро красивое. Боже, как красиво. Студенческая жизнь, конечно, сплошное удовольствие. Выход прямо к озеру. Сейчас тоже посижу, почитаю свой этот журнальчик. Какая красотень. Какая красотулечка. Такое громадное озеро. Супер, супер, супер. Пошли дальше. Ресайкл. Это для пластиковых бутылок, а это для металлических банок. Потому что тут очень приветствуется вот эта переработка. Вот это ручки продезинфицировать. Тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк. Вот доктор Магрудер, у него клиника с глазами. Он пересадку делает, как сказать, как это называется, когда глазки-то уже взросленькие. Детворы, детворы. 7-7 измерение. Зашла еще в один из изданий. Туда же. А, опять я сюда же вернулась. Нет. Да, сюда же снова вернулась. Ходила, сюда же вернулась. Этот нет, это даже оно просто похоже. Они просто похожи. Так же ребята сидели внутри. Нет, они просто одинаковые здания все. Вау, какой шикарный костюм. Это из газет. Супер. Супер. Такой костюмчик сделан из газет. Смотрится офигительно. Вау. Сфотографировать можно? Это видно для учителей здесь. Да, по всей видимости. Не знаю. Пока-пока, костюмчик из газетки. Пошли дальше. А, эта комната была для журналистов. Вот там, где мужчинка был. А, где был мужчинка в костюме. Не открывается, ладно. Из бумаги. В костюме из бумаги. Пошли дальше. Так я зашла в студенческую столовую, заказала себе фиш-сэндвич из с рыбой и френч фрайс. Вот они. Фиш-сэндвич стоит три... Не вижу. 3.50 и так далее. Так, вот моя еда. Фиш-сэндвич стоит, как я сказала, 3.50. Картошка доллар 80. И сейчас буду читать свой... Все, что случается у нас, все, что предстоит у нас в Орландо на следующую неделю. Приятного аппетита мне. Вкусно, вкусно, вкусно. Нужно срочно покушать, а то с утра ни в одном глазу, то бишь ни кусочка во рту, так можно сказать. Перебралась я с улицы сюда, потому что картошка оказалась совсем не соленая. Мне пришлось взять соль и все это посолить. Я все это не съем. Картошку все оставила, не могу. Все, пошли дальше. Другой билдинг, где научное здоровье. Так, пошли не сюда. Даже вот есть фитнес большой клуб. Не знали они даже, что что-то за это платить, либо это бесплатно. Я думаю, что бесплатно для пацанов, для девчонок. Заблудилась в этих зданиях, и так много, и все такие, они похожи друг на друга, но... И вот фитнес-центр, ужас. Надо водички попить. Класс анатомии. Страшно, как смотреть. А какие ужасы.
такой болтается, ветром его дует. Др. Анатомическая лаборатория. Ах. С другой стороны фитнес-центр. Вейтрум. Снижение веса. Это лобби. Опять не туда вышла. Или опять туда же вышла. Что-то тут сегодня происходит. Валенсия. SGA.com. Посмотрим. Сколько студентов. Я прям сама студенткой стала. Просто еда, ну понятно. Куда без еды? А без еды и не туды, и не сюды. Как без этого? Фри пицца! Вау, фри пицца, бесплатная пицца. Пожалуйста, кушайте. Тинки. Все такие хохотуны. Фри пицца. Нашла. Интернациональные студенты нам сюда, где стоят флаги. Пойду узнаю всю информацию по обучению здесь. Мне, конечно, это не надо. Это для тех, кто, для тех, кому интересно. Пошли. Вот, International Students. Не знаю, что мне тут. Пока не знаю. Вот надо заполнить вот эту формочку. Не знаю. Что это, пока не знаю. Тут вот Венесуэла. Там можно именно самим покушать. Вот мальчик в майке, там все флаги. И тут заполнить аппликацию, по всей видимости. И да, я Валенсия Колледж. Так, и вот опять озера за озерами, там два осталось, и вот еще третье. Поехала я плавать в аквапарк Акватика. Пойду позагораю немножко и поплаваю чуть-чуточку. Боже, какая красотень, как много. Куда она сказала? Направо. Ну, поверну тогда уже направо. Все, поехали в Акватику. Плавайте, загорайте. Сегодня жара-жара, сегодня уже, наверное, 32 или 33 градуса. Полис находится прямо вот рядом с Метро Вест. Метро Вест и вот тут Walmart на Метро Весте. То есть тут уже не заблудиться. Метро Вест. Вот оно, озерцо опять с Метро Вестом. И тут же рядышком Universal Studio. Но я сегодня туда не пойду. Пойду поплаваю. Он вверх тормашками. Вот такой перевернутый совсем. Это музей. Это International Drive у нас в Орландо. Вот впереди шикарнейшие гостиницы. Самая-самая туристическая зона. Такая тут красотень. Тут вообще прогуляться одно удовольствие. Но она длинная-длинная. Можно троллейбусом. Троллейбас называется. Хотя на самом деле это автобус. И вот такой перевернутый. Upside down. Вверх тормашками, upside down. Или задом наперед. Автобус ходит здесь по всей длине International. Хилтон. Я уже скоро приеду в Акватику, уже немножко осталось. А моя уже Акватика, вот она. С правой стороны Sea World, а с левой стороны Акватика. Через дорогу. Ой, так хочется поплавать, позагорать. Вот она моя акватика, и вот он Sea World. Давайте проезжайте. Hello, акватика! Там тарарам пам 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 парарам пам пам пам. Сейчас покажу свой билетик. Наверное, людей мало сегодня будет. Я смотрю, никто не катается. Вот сейчас самое время кататься на всех этих штучках, потому что летом, конечно, в очереди надо ждать очень большие, по полчаса, по часу. Сзади тоже кто-то едет, не я одна, оказывается. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так как у меня годовой пас, мне проезд, парковка мне бесплатная. Я заплатила за годовой пас $180, это за два парка, за аквапарк и за Sea World. Все-таки немножко люди есть. Все-таки есть чуть-чуть люди. Уже тепло несколько дней, у нас так хорошо, просто лето пришло. Обожаю акватику. У нас тут 4 водных парка в Орландо. Wet n Wild, аквапарк и 2 водных парка. Куда мне сюда встать? Стану сюда. Это резорт. Ладно, резорт. Это не для меня. И 2 в этом, в Диснейленде. Дисней Ворлде. А куда же мне?
входе в аквапарк этот дефибриллятор, если вдруг кому-то станет плохо, у кого-то с сердцем. И вот во всем парке, наверное, штук 10 таких в разных уголках. Итак, привет, аквапарк. И я привет. Я в аквапарк вышла. После холодной зимы, после тяжелой, продолжительной холодной зимы, я снова в лете. Ура! Катаются, орут. Катаются. Сумки на что, чтобы не принести стекло. Вот женщина принесла детское питание в стекле, ее заставили в стакан переложить и стекло оставить здесь, не приведи Господь, чтобы никто не поцарапался здесь, не повредил. Река, где валяешься, вот так река носит. И носит. И вот там у нас дельфинчики живут настоящие. А вот оттуда залезаешь и пролетаешь по этой трубе сквозь дельфинов. Вон стеклянная труба, видно дельфинов. Пошли дальше. Сейчас пойду переоденусь и пойду на пляжик. Вон они, дельфишки. И вот по той вот трубе пролетаешь. Но, правда, все равно, когда пролетаешь, она такая запотевшая, не видно дельфинов. Но все равно, как будто с ними вместе. Вон он, красавчик. Пошли дальше. Это тучки, ну как всегда. Я пришла, и тучки начинаются. Пошли переодеваться и загорать. На пляж, и вот вдалеке видно здание, это Sea World. Через дорогу перейти и будет Sea World. Ну, перейти не перейти, объехать, переехать. Все. Черепахи тут громадные должны быть. Ладно, пошли переодеваться. Вот он, здесь туалет, здесь переодевалки. И здесь душевые кабинки обязательно. Помыться после этого. Итак, уже наплавалась, пошла дальше. Пошла плавать теперь на речку, на... Вот тут вдруг ни с того ни с сего возникают волны, потом снова тишина, потом снова волны. Вот это маленький для деток отдельно. Вот это вот страшная штука, оттуда прямо швыряют, ой-ой-ой. Все, пошли дальше. Пошла на ленивую речку. В то же время почти 4, пора домой. Подзагорала немножко, так хорошо. Навалялась, немножко даже дремнула, книжку почитала и наплавалась. Пойду-ка я вокруг, наверное, обойду, покажу, как мне красоту. Хотя уже 1000 раз показывала этот парк, аквапарк. В бассейне только чайки купаются. Людей мало. Все, начинается лето. Сегодня у нас 80 градусов, это 27 градусов по Цельсию. Очень тепло, совершенно пустые пляжи здесь. Очень тепло, солнышко так пригревает. И вот детская площадка, иду на детскую секцию. Аттракцион самый страшный. Вот там вот видно трубы стоя. Человек становится, под ним пол опускается, он просто падает в никуда. Опять туалет с переодевалкой. Тут таких, по-моему, 3. Детская секция, тоже мало деток. Чаму. Здорово, детворе здесь, конечно, раздолье. Там пошли уже вкусняшки всякие, где покушать можно. Пышечка тоже все пусто. Итак, пошла вот она, ленивая река. Я так поплавала, мне хорошо. Мне просто можно расслабиться, и тебя будет вода нести, а я еще поплавала хорошо. Несколько кругов дала. И вот везде сидят спасатели. Через каждый, наверное, вот раз, два, три. Через каждые 30 метров сидят спасатели. Может, даже через каждые 20 метров. И вот она, карта. You are here. Я здесь. А выход вот здесь. Такая красивая, невероятно красивая. Я постоянно на ней останавливаюсь, трогаю ее, и вот так вот ее трогаешь, как будто вот она как пластиковая, хотя на самом деле она настоящая, она живая.
Я могу в этот парк ходить хоть каждый день. У меня билет на год. Билет на год, я уже говорила, сколько стоит. $180 на этот парк и на Сиворл. Я могу хоть туда, хоть сюда, хоть каждый день. Но я сюда хожу раз в месяц, а то, ну, может, два раза в месяц, не чаще. Это не потому что лень, а потому что много слишком есть куда пойти. И на океан хочется, и дома надо побывать, что-то поделать. И с подружками встретиться надо, и сидим, сидим, поэтому редко приходится сюда приходить. И вот она, самая интересная вон она. Девочка-мусульманка. Вот они такие вот одеты полностью в платьях, купаются. Вот. Вон он выливается. Выливается ведро. Вон два ведра наверху. Набирается вода и выливается. Вон она. Красиво-то. Я там тоже несколько раз там ложила по этим детским местам. Все, сейчас пойду в другую переодевалочку переоденусь. Так красиво. Вот он сейчас. Вот сейчас вот то или то ведро сейчас перевернется. Сейчас я подожду. И тут тоже вот девочка-спасатель. Везде спасатели. А где твои удовольствия? Ну давай же. Ну давай же. Вы вся в наколках, девчонка. Надо вот так себя не любить, вот так вот всю себя реализовать надо головы. Вон. Поехали. Ладно, не буду ждать второе ведро, когда оно открылось. Вот опять же вход в эту ленивую реку. Такие фотографии получаются шикарные, когда зайдешь вот под этот, под такой зонтик с водой и сфотографируешься. И запечатляется вода летящая. Что-то можно купить, перекус какой-то, водичку. Вот еще одна девочка тоже, которая спасатель в красном купальнике. Ну, давай второе ведро, падай. Шикарный, конечно, парк. Я тут все-таки очень часто. Знаю уже каждую закоулочку. Моя шапка любимая. Шапка мне спасительница носит. А вот второй туалет. Значит, тут четыре раструна. Вот он второй. Локерс это там спрятать свои вещи, чтобы под замок, если вдруг у кого-то ценные вещи есть. И вот опять же, как я показывала, вот опять же вот этот вот приборчик для пуска сердца. Как он опять забыл называться? Вот он. Дефибриллятор. Emergency дефибриллятор. Это в случае, если, не дай бог, что-то случится, но дело в том, что тут Флорида, тут жарко, конечно, летом бывает очень жарко. И люди, в основном массе, конечно, полные, так могут пережариться, что-то наесться. Да и просто может там, не приведи Господь, у кого сердечко схватить. А это Banana Beach Buffet. $15 платите и целый день кушаете. Заходите, можно заходить и выходить. Туда-обратно. Классно, конечно. $15 заплатил, с утра пришел и до вечера ешь. 4:30 закрывается. А там кабаны. Кабаны вот эти вот по... Вот летом эти кабаны по 250, по $400. Ну, это богатые люди, которые хотят побыть подальше от людей. Ну, там же, опять же, ни солнца, ничего нет, не знаю. И вот эта пальма, у которой такие вот... Такие корни. Такая шкодная. Такие пальмы шкодные вообще. И вот они с таких вот писюнов растут и потом прорастают, становятся такими толстыми корнями. Он как стоит. Вот. Я уже обошла вокруг этой ленивой реки. И вот тут и для взрослых, и для детей спасательные жилеты. Иногда просто я даже беру спасательный жилет, одеваю и ложусь на эту реку, просто закрываю глаза и плаваю с закрытыми глазами. И носит река вокруг, носит. А вон сушка. По-моему, $3 или $5 стоит. Залезть туда и посушиться. Ну, не знаю, кому это надо.
И нафига это надо? Вот этот вход в эту ленивую реку. Биг салют. Вода стреляет, по-моему. Да, $5. Вся семья может залиться за $5 посвящиваться. Ну, смысла нет. Итак. Вот еще, по-моему, один туалет. И вот... А, это же он и есть. Вот сюда я пойду, да. Нет, с той стороны обойду. С той стороны обойду. Парк не очень большой. Ну, очень такой уютный, конечно, людей здесь всегда миллион. Вот опять этот бассейн с дельфинами. Так, вот я обошла вокруг. Сейчас я пойду переоденусь. Вон там попугаи на дереве сидят. Опять тортилла. Тортилла. И вот еще один туалет. Опять же, там, наверное, 100 туалетов и, по-моему, 20 или 30 кабинок, где переодеться. Так, вот я зашла, закрыла шторку. Тут еще одна шторка. И вот тут шампунь и все в одном, три в одном. Чистенько, все аккуратненько. Дельфинчик вот такой вот из травки сделан, из настоящей живой. Ну где вы, дельфины? Давайте, покажитесь, да я уже пошла домой. Они любят публику. Они так на публику тут выступают. Ну и где вы? Красотки. Нет, спрятались. Все спрятались. Вот там вот видно, это река. Там люди вон на круги пролетают. Там тоже по этой... Вон они. Там тоже можно поплавать на этом. И задержаться, посмотреть на них с той стороны. Там тоже большое стекло. Один, а где еще трое твоих друзей? Иди сюда, скорее иди сюда, давай, иди сюда. Я не люблю плавать на спине. Так, ну так же плавают. У меня есть видео, где я снимала, как они совокуплялись. Вот он на спинке пошел, и я пошла. И он пошел, и я пошла. Все, уходим. Опять же, пластиковые бутылки и мусор. Цветов. Видимо-невидимо. Цветов просто море. Море цветов, море растений, море птиц, море людей. И море меня! Пошли дальше. Голова мокрая, накупалась. Ой, какой красивый парк. Конечно, вот эти пальмы шикарные, шикарнючие. И тут можно видеть, когда их кормят два раза в день. Девочка приходит туда с ведром и кормит их. Они так выпрыгивают. Ну, просто представление настоящее. Водичка чистейшая. Чистейшая морская вода. И вот по этому мостику покачающемуся можно пройтись. Я уже не пойду. Понятно, я уже не пойду. Тоже такие интересные штучки. Все, спасибо, аквапарк. Поехали домой. 4 часа. Он работает до 5 зимой. Летом, по-моему, до 7. Он пошли. Смелые, пошли. Нырять сверху будут. Не нырять, а прыгать. Сейчас я еще раз эту пальму покажу. Вот эта пальма, у которой такие вот корешки растут. Шкодная такая. И вот на ней. Вот на ней. Это семена, по всей видимости, вот такие вот. Она даже тут какая-то сексуальная. Вот эти корешки. Они уже большие. Я когда-то снимала корешки, коротенькие были. И очень были похожи действительно на кое-что. Все, уходим, отползаем. Все, до свидания. До свидания, аквапарк. Еще раз, много раз показывала, еще раз покажу. Один день в акватике $57, для детей от 3 до 9 $52. Акватика и что? А с буфетом. Это с буфетом.
68, акватика Сиворд в один день 135, акватика Бушгард это в Тампе 165. Вот Annual Pass, вот я заплатила за Сиворд и акватику $180. Можно в рассрочку $15 в месяц будут снимать. Ну, мне так, я не люблю в рассрочку, ничего, сразу покупаю, и вон там еще туалеты переодевал потуже. Все. Сегодня день удался. Закатала свои рукавчики, потому что кремом намазала. Завтра у меня операция на глазки. Все, уходим. Вот там можно билеты и пас, и паспорт-центр. Self-service tickets. Можно самим поставить, вставить свои карточки, купить себе билеты без кассира Сидорова. Вы не кассир Сидоров, вы убийца! Какая толстая пальма. Я таких толстых пальм никогда не видела. Толстющие, притолстющие. Вот опять это деревце. И вот оно еще одно здесь. Вот оно еще одно. Обожаю. Все. Пошли брать машину. И домой. Булькает везде вода. Правило. Станцевать? А, станцую. А, запою. Это надо, вот сюда надо сказать до свидания. До свидания. Опять кто-то скажет до свидания. Анютины глазоньки. Нет, это не анютины глазки, похоже очень. Нет. Нет. Все. Где моя самая красивая машина? Это вот паркинг для инвалидов. Но я еще не инвалид. Я надеюсь, никогда не буду инвалидом. Вот можно на вертолете за $100 покататься, полетать 15 минут. Мы летали с Наташей. Обязательно полиция. Все, поехали. Welcome to Florida, welcome to Orlando. Сегодня забыла открыть, у нас 2 марта, 2015 год. Моя красотка заблудилась, пока нашла. Столько километров намотала, пока нашла. Открывайся, Сим-Сим. Я надеюсь, ты моя? Моя, ура. Пошли прятать все вещи в зад. В зад, в зад, в зад. В зад, в зад, в зад. Ой, у меня что только тут нету, господи, боже мой. Чего только.